Доброго времени суток, и в этом видео я хочу вам показать, как я убираю в погреб азимину и гингобилоба. Это первый год урожай, ну не урожай, а первый год посадки, и в первый год посадки она убирается в теплое место, то есть ну, при плюсовой температуре зимует, поэтому я буду убирать. Сейчас я вам покажу весь процесс, как это происходит. Вот такое количество. Ну, основная часть, конечно, зимина, и там вот вдалеке гингобилоба несколько штук, ну, может, штук 20. Вот основная часть это зимина. Вот. Я гружу тележку и перевожу прицеп. И на прицепе я отвезу, чтобы таскать. Сейчас загружу, заодно узнаю, сколько входит в такой прицеп трехметровый. 7-литровый горшок. Ну а дальше спуск в подвал. Я загрузил азимину и гингобилобу в прицеп. Вот так это сейчас выглядит. Сюда поместилось решила сделать конкурс. Кто угадает, какое количество здесь поместилось в прицепе горшков, я подарю азимину. Этап спускания азимины и гингобилобы в подвал. Вот я ее подготовил, сейчас потихонечку перетаскиваю сюда и спускаю в подвал туда вот вниз. Это крышка, которую я сделал. Если вам интересно, видео о том, как я ее сделал, будет справа в верхнем углу, будет подсказка, посмотреть можете. Ну а сейчас я их туда спускаю, а потом покажу в подвале, как я их там расставил. Закончил я переносить горшки в подвал. Плохо здесь видно, освещение не очень хорошее. Здесь возле лампочки будет получше видно. Ну вот, вот так они стоят все в рядок. И буду здесь зимовать. Справа здесь гингобилоба. А здесь дальше азимина. Свет пока еще не сделал, поэтому здесь темно. Ну а на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях. До встречи в новых видео. Пока!